Областная школьная лига по различным видам спорта проходит в Уральске. В нее входят такие игры, как шашки, шахматы, толстокумалака, а в зимний период – лыжные гонки. Также в программу лиги входит кросс, соревнования по которому проходят второй день. Школьникам разных возрастов предстояло пробежать дистанции 1 километр и 500 метров. Областная школьная лига проходит ежегодно. На этот раз соревнования по кроссу прошли на этой базе, которая открылась в мае 2021 года. Здесь их проводят также по другим видам спорта и туризму. Есть тут веревочный парк для новичков и с более сложной дистанцией. Здесь проводили сначала городская школьная лига. 3 дня проводились, по 400 человек детей приходило. Сейчас как бы происходит финал, областная школьная лига по кроссу. Далее, вот 13-14 октября я буду проводить велотуристский фестиваль, в который будет включен велокросс, фигурное вождение, супервел. Ну, потом начнется зимний сезон и будет здесь работать лыжная база. Такие мероприятия в первую очередь направлены на то, чтобы развивать массовый спорт среди детей и взрослых. При этом важно отметить, что условия для этого создают. В городе много спортивных площадок, есть залы, в которых можно заниматься различными видами спорта. Один из них – это спорткомплекс «Орал». Здесь дети и взрослые играют в футбол, волейбол, баскетбол, занимаются борьбой. Наша задача – это развивать детей, чтобы они понимали, что спорт – это, в первую очередь, для здоровья, для развития, мышления. Это то же самое, как школа среднеобразовательная. Здесь, в Деркуле, около 3 школ среднеобразовательных. Буквально все дети с этих школ приходят сюда и занимаются. Любовь к спорту желательно прививать с детства, говорят специалисты. И тем не менее, возраст не имеет значения. Главное – желание. Среди посетителей спорткомплекса даже пенсионеры. Все занятия у нас проводятся на бесплатной основе, начиная, ну, согласно возрастного ценза по видам спорта. Для того, чтобы записаться в одну из секций, нужно просто прийти, взять бланк заявления, пройти медосмотр, что по состоянию здоровья может заниматься, и все, и приходить заниматься. Население активно вовлекают в занятия спортом, проводят забеги, велопробеги и многое другое. В месяц это около 10 мероприятий с общим охватом до 2000 человек. Олег Великий, Адильбек Исаков, Колыбек Акрап, Акжей Акпарат.